Всем привет, с вами Ню и Зетсу, вы на канале Фрикаделька, а это Ведьмин Котел. Он озвучивает котика, привет всем. Приветствуй, на новом круге в нашей книге еще хватает пустых страниц, не находишь? Лови-ка рецептик, мухомор, плод белладонны и корень мандрагоры. Не забывай экспериментировать. Ой, они места поменяли. Ой, да. А где... О! Что? Окей. Поближе к сердечку подтянула. Отворотное зелье. На, держи. Отворотное? А что значит отворотное? Подожди. Здесь приворот, а это отворот. Отворот. Лучший свет, чтобы вернуть похищенную любовь. А, вот что ей надо было. Ей надо было не... А я туда-сюда мужика гонял. А его надо было отворот сделать. Он не выдержал, бедняжка. Вообще, сейчас мы будем пытаться все-таки выяснить, что, где, когда и как. Да, ну и одновременно помогать людям. Да, и стараться помогать, чтобы увидеть вторую концовочку. Кузнец мне жизни не дает, как напьется, так каждый раз кулаками лезет. Ну, мы это читали? Только не... Дай-ка ему научить, только не смертельно. Не хочу грех на душу брать. Да, в общем, нужно что-то такое. То есть мне надо либо его сильным сделать, либо кузнецу жизнь подпортить. Ну... Я думаю, кузнецу шутка про шляпника еще не была такой смешной. Ну, типа да, он не похож на силача. Ладно, давай зелье порчи кузнецу сделаем, поможем. Давай. Немножко тебе поможем. На, держи. Нет, это, кстати, тебя в худшую сторону сделало. Нормально. Не ладится у меня с выступлениями в местных тавернах. Дай-ка что-нибудь, что я смогу подлить в бочку с брага, чтобы меня заметил народ и не скупился на похвалы и монеты. Ну вот это вот и а же дай ему, наверное, лучше этот. Эликсир смены голоса. Так, во-первых, у меня есть сколько? 3 попытки. Давай что-нибудь сварганим. Ну давай. У меня есть мандрагора, злачный корень и какая-то фигня. И поганка. Мандрагора... Злачный корень и поганка. Угу. Что это? Корневая настойка. Так, еще разок. Окей. Она у нас хоть отразилась, что она да, дает? Да-да-да. Мандрагора, белладонна и крапива. Окей. Мандрагора, белладонна... Ой, крапива. И белладонна у тебя рядышком. Хорошо. Кричащий чай. Нет, нет, спасибо, не надо. Давай еще разок. Так, а вот теперь давай ему сварганим, наверное, эликсир смены голоса. Идеально для розыгрышей. А ему надо, дай-ка что-нибудь, чтобы ладно, подлить открой... бочку с брагой, чтобы меня заметил народ. Он другим налить. Да давай это, подожди. Направо еще раз. Еще одна страничка тыкни. А чего мы там открыли-то только что? А, мы в рецептах открыли. Мы эти открываем. На вкус как куриный бульон. Расходится моментально. Готовится только к Малой Пасхе. Бодрит и всегда уместен чай, ничего между прочим. Не знаю, из чего это. Разжижает кровь, облегчает. О, смотри, вон, корневая настойка, терпкое народное пойло, на вкус как земля. Ну, пойло же. Ну, пойло и пойло. Ладно, чё, давай. Давай. Давайте, бухлица налей чаем. На. Ну, походу, да, это походу оно. Сейчас посмотрим, что нам скажут люди. Воздух чисто прозрачен, замечательно. Что это может хорошо. Случиться? Все прекрасно было, никаких неприятностей. Да. Что-то я совсем слабым стал в последнее время. Молот еле поднимаю, меха качать не могу. Вороти мне силу, видимо. Это он его зелье вот это... подожди, это Кратос, ты видел? Это Кратос, да, но ему зелье порчи немножко подлили. То есть мне его надо сейчас либо вылечить от своего же зелья, либо дать ему зелье силы. О, у меня еще попытки есть, так что можно быстренько... Может еще что-нибудь, да, кастануть, давай. Так, мандрагора, белладонна, крыса. Какая-то лажа. А почему, интересно? Видимо, оно все работает. А, да. Мандрагора, белладонна... Что это? Змея. Змея, мандрагора, белладонна, мандрагора. Опять лажа. Короче, не сработали эти две. Ладно. Давай-ка ему тогда... ну, давай... Давай вылечим. Давай лечащий, да, наверное. Да, как-то, мне кажется, надо его вылечить. Сами же его отравили, сами же и вылечим. На. Кратос. Иди с Богом. Надо повнимательнее смотреть. Тут такие персонажи интересные. Замучил меня и постояльцев певец этот, как его, Кнустав. Не дает покоя своими песенками и прибаутками. Не могу отвадить. Помоги забыть ему дорогу в мой забыть? Трактир. У нас нет зелья забывания. Зелье а что там из этих было, что
Ладно, давай дальше. Мандрагора. Белодон. Крапива, крыса. Крапива, крыса. Ну, давай. Мандрагора, крапива. Иди ты нахер. Крыса. Калейдоскопная брашка. Блин, на тебе брашку, я могу тебе помочь забыть. А почему, блин, нельзя на нее ткнуть сразу почитать, что она дает? Так, еще разок. Мандрагора, крапива, змея. Давай. Опа, ансон. Послабляющие. Послабляющие? Подожди-ка. Это зелье. Нет, это... Это опять похлебка какая-то, да? Да что такое-то? Как это вообще открывать, непонятно. Да, это да. Вот открывает то, что должно быть скрыто. Интересно. Кружит голову и все остальное тоже. Тоже интересно. Слушай, кстати, нет, вот это может сработать. Может, да, деле. Давай попробуем. Не держать открытым, пой его, лучше не знать, что это, расчищает кровь. Ну да, я думаю, наверное, калейдоскоп. Давай калейдоскоп, но эту барашку ему дадим. На, забирай. Только иди с Богом. Сына. Я художник, и мое имя известно многим. Но в последнее время творения не радуют меня. Ушла из них жизнь, ушло очарование. Дай что-нибудь, что можно в краску подмешать, чтобы они стали лучше. Ну, ладно. Как скажем, вначале я смешаю чего-нибудь. Мандрагора, мухомора и мухомор, крыса. Крыса. Вау. Важа. А ядовитый отвар. Но яд не будем мешать. Ну да. Это будет не очень. Это... Да, одна капля и нет врага, все, это смерть. Это смертельный, все окей. Нашли смертельный отвар, это хорошо. Хорошо. Это поможет избавиться от некоторых людей. Так, рецептики. Так, рецептики. Мандрагора, мухомор, крыло. Да, мы это хотим сделать. Да, кот, блин. Да что ты... Не жри мухоморы, блин, гандон пушистый. Сволочь. А что ему еще можно дать? Сожрал мухомор. Питательный супец. Неплохо. Ну, не будем добавлять питательный супец. Так, тебе надо что-то в краску, да? Да, чтобы она была, типа, ярче и звонче. Чтобы она была красивая, на вкус как куриный бульон. Это лучше не знать. Разжижает кровь, кстати. Нет, давай еще следующую откроем. Облегчает жизнь и кишечник. Окей. Открывает то, что должно быть скрыто. Может быть, давай вот это в краску добавить. Открывает, раскрывает краску. Может быть, это оно. Котел. Че это? А что это? А, у тебя в котле что-то делают грибы. Нет, у меня в котле грибов. Ну, давай запомним, может быть, тогда. Змея. Мандрагора. И что-то еще было. Подожди. Было. Ладно. Змея. Крапива, мандрагора. Крапива, змея, мандрагора. Давай, змея. Там, правда, мухомор. О, а ты идешь. Мухомор. А можно? Ладно, нет, мухомор, змея. Ищешь что, мухомор и змея? Да. Ничего. Посмотри по рецептам, которые неизвестно, что дают. Что, есть там какой-то вариант? Мухомор, змея, шампиньоны с сюрпризом. Ну, давай. И что там, шампиньон надо еще? На. Мы хотели что-то другое, на, но держи, сорян. Художник. Судьба распорядилась так. Да, не говори, вселенная. Так, это сверток оставили у порога. Сверток, привет, испорошел, ладно, это нам понятно. Давайте дальше. Начинаем новый день. Ну, вроде все нормально. Здравствуй, ведьма, у меня голос... работает. Это глашатый. Глашатый местный, из-за простуды лекарства не помогают. Ладно, с тобой ясно. Сколько у тебя на попыток? Три? Тоже три. Замечательно. Но. Мандрагора. Поганка. Поганка. И это. И змея. Мандрагора, поганка, змея. Ох ты ж. Еле онемение. Могу тебя вообще голос забрать. Добить его нафиг. Ага, не еще надо. Разок. Прикольно. Никогда ни рук, ни ног не чувствуешь. А-а-а. Вообще просто бездействие, короче, полное. Хорошо. Прям из мандрагоры много чего варится. Мандрагора, шампиньоны, крыло. Это важа какая-то, да? Нет. Что-то отвар неуклюжесть. Да себе, блин. Что он дает, интересно? Почувствуй себя слоном в посудной лавке. Ты прям совсем, короче... Это дезориентированный, короче, край колоссально.
Так, ладно, а тебе что надо там? Так, а, тебе, тебе просто лечебное нужно. Ну или да, или лечишь эликсир. На. Вижу. Хилку тебе немножко дам. Иди разглашивай. В лесах дичь пить запретили за рыбу. А, это мы тоже читали. Да-да, помоги до птичьих гнезд на скалах добраться. Я не знаю, как тебе помочь. Ты не можешь летать. Ладно, давай дальше. Давай. Это кто? Это злачный корень, белладонна, змея. Злачный корень, белладонна, змея. Это не белладонна, это крапива была. Зелье омоложения. Окей, ладно. Прямо. Еще разок. Классно. Это было не то. Злачный корень, это ягоды. Это белладонна. Змея. Да. Ну, я что-то нормально намешал. Да. А вот это ваша какая-то была. Злачный корень, крапива, крыло. Ух, ух, ух. Сонное. О! Нашли сонное. Это хорошо. Ага. Хорошо, теперь надо что-то ему. А что ему там надо? До птиц ему добраться? Надо до гнезд добраться. Ну я давайте зелье силы сделаем, может быть. Подожди, что еще есть? Внимание. Ну, может быть, ты, конечно, внимательным сможешь, но я думаю, это не прям не так. Дальше что у нас? Что у нас? Отворотное не поможет, ядовитое не поможет, неуклюжесть. Может всех поубивать, кстати. Сидоры засобил. Я могу все, что всем наливать ядовитый отвар. Можешь, конечно, можешь. Они же не придут больше. А давай попробуем, что напишут просто в конце дня? Нет, мы же добрые. Ну, сидоры засобил яблочек. Да-да-да, я заметила уже. Вот пусть поспит, подумает. Да не, надо, может, тут что-нибудь лучше, чем голодная смерть. Давай. Большой вопрос, что из двух составляющих съедобнее, ладно. Так, дальше. Лучше не знать, что это. На вкус как земля держать. Ну, а, кстати, почему нет? Открывай то, что должно быть скрытым. Нет, вот это вот. Народное пойло. Пускай. Хочешь, чтобы он просто бухнул? Да, пусть выпьет, и это ему придаст силу, энергии. Иди. Возможности у тебя появятся. Прости за беспокойство, глаза мои уже не те, что раньше. Я зашел на чудесный запах, что доносился из твоего дома. Дай-ка отведать варево, что состряпало. А тебе просто надо что-то. Просто что-то, да. Просто что-то. Сколько ты мне... Ух, 5 попыток! Да. Это люди для вот этих вот как раз, видимо, надо для варева. Надо для эксперимента. Так, злачный корень, мухомор. И что там было? Какой-то еще гриб, по-моему. Мухомор и поганка. На. Спорная настойка, не надо. Спорная. Надо, типа для споров? Возможно. Там петух изображен. Ну, типа, да, кричать. Злачный корень, мухомор и змея. Это лажа. Окей. Злачный корень, поганка, шампиньон. Давай. Это лажа. Окей. Злачный корень, шампиньон, летучая мышь. Ага. Да мы... Котик, блин. Отвратительное, просто отвратительнейшее пойло. Еще разок. А теперь давай ему что-то. Что я варю? Я на самом деле, знаешь, что варю? Вот прям вот тебе понравится. Крысиный поташ? Да, видимо, какую-то еду ему надо. Кружит голову. Вот, калейдоскопную брашку. Ну давай, ладно. Ну что, пусть... Мне же нравится. Наш. Отдать. Пошел. Так, хорошо, наступает ночь. Что будет? О. Утром вас разбудил звонкий голос с ближайшей площади, который всем рассказывал, какая чудесная и добрая тварь, травница живет тут рядом. Слова глашатая звучали приятно, но выспаться он вам не дал. Сука. Кто-то прокрался ночью в ваш сад, ага, и оставил в порога посылку. В ней лежала скрижаль древнего, ныне исчезнувшего ордена IXBT. Это... Он существует. Это же форум игровой. Да? Это там, где эта игра как раз была. Да? Это где про нее многие узнали. Окей, ладно. Кто мог отправить вам скрижаль? Что за тайну он хранит? И ничего. Интересная отсылка, если на то пошло. Че? Я охотник Жан, рад встрече. Расскажи-ка, ведьма, не встречались ли тебе какие-то дьявольские твари в окрестных землях? И подай чего-нибудь посытнее, а то брюхо уже к спине прилипло. Знакомое лицо у него. Где-то я видел это. Это что-то между, не знаю, Гордоном Фрименом и ведьмаком, нет? Нет, это прям откуда-то, это прям какой-то из этих. Я охотник Жан, рад встрече. Расскажи-ка, ведьма, не встречались ли тебе какие-то дьявольские твари в окрестных землях? Подай чего-нибудь посытнее, а то брюхо уже... Не
А что ты поесть читал? Надо? Ты соображаешь, что ли, пытаешься? Нет, я просто думаю, что ему надо, ему просто поесть надо. Ну давай, во-первых, сварим белладонну, крапиву и мухомор. Ну давай. Камбуча. Камбуча. Можно было сразу отдать ему. Камбуча. Давай посмотрим, во-первых, подожди. Камбуча утоляет жажду с газиками. Вероятно, ингредиент разумен. Мерзкий вкус, запах, цвет, вид. Можно пить и даже растираться, стимулирует фантазию. Так, тебе что-то посытнее надо. Люби окружение хлебородов и селян. Ну вот. Питательный суп. Ты ведьмак ведь какой-то, или ты... Ну да, 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 он что-то типа не ведьмак, ты охотник на вампиров. Может быть, не знаю. Судя по кольям. Да у него там все подряд. Алло. Ого, говорят, тут можно дивных напитков отведать. Дай-ка чего-нибудь особенного. А, кстати, а где муженек-то? Почему вы не приходили-то ко мне? Ну, видимо, не в этот раз. В этот раз все нормально. Да, он никому не попёрся. Ну, говорят, тут можно в дивных напитках. Дивных... Да, да, а, тебе три попытки ты мне даешь. Отлично. Хорошо, белладонна, крапива, мышь. Мышка. Лажа. Такое не будем варить мы. А белладонна, мухомор, поганка. Хм, она реально похожа на эту... Из игры. Да ты кошка, блин. Отстань от меня. Тоже опять мне херня какая. Блин, молодец, помогла. Да, да, да. Так, ладно. Я знаю, что дивные настойки тебе нравятся. У меня как раз есть подобающая дивная настойка, которую я всем тут наливаю. Тебе просто нравится, что это калейдоскоп, вот скажи. Красиво выглядит. Ну красиво. Я так и думала. Держу постоялый двор у тракта, от гостей отбоя нет, но, видать, сглазил кто-то. Посреди делянки с шампиньонами выполз из земли ведьмин круг. Строчки поганки, мухомор. Фу, вытравить бы его. Ведьмин круг вытравить? Ты чё, прикалываешься? Яд ему сделай, но сначала попробуй что-нибудь, да. Ладно, белладонна, мухомор, шампиньоны. Белладонна, мухомор, шампиньон. Лажа. Меня горит. Чё, это вообще всё полная лажа какую-то мы делаем. Белладонна, поганка, шампиньоны. Что это такое? Тройное пло. Что это такое? Ну, красиво покажи. Выглядит, кстати. Который не пьет Ален Дювар. Какие-то сложные приколы. Ален Дювон это. А это тройной деклон. Ладно. Давай, значит, этому нальем этот яд. Он польет, и оно вытворится. Ведьмин круг ядом не выливает. Я возможно, думаю, ему надо можно. Внимание какие-то. Нет, 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 нет. Я считаю, что ему яд нужен. Как вот этот? Да, да, да. Так это на людей работает. Польет землю. Че, думаешь, ну, не ладно, сработает, херсти. Что ли? Мне кажется, хана ему. На. Ступай с Богом. Сейчас, блядь, кузнец выпил яду. Или кто это, трактирщик? Охотник Жан как следует отъелся и весь вечер нахваливал ваших гостеприимства. После поведал легенду о великом мореплавателе Коксакерсоне. Именно он оставил на хранение ордену. Да, это вот оттуда же. Ага. И Аксибит таинственную скрижаль ключ, открывающий проход в грот с небесным дракаром. А та скрижаль, что хранится у вас, одна из трех частей ключа. Как люди фыркают замудрили. И поджимают губы, понятно. Зелья не помогают. Говорят, в здешних землях появились разбойники. Они организованы, неплохо снаряжены и грабят только дворян-торговцев. Облагают податями, а простолюдинам и вовсе помогают. Королевские егеря и ловчие заявили, что поймают и перевешивают всех мерзавцев. Это Робин Гуд, что ли, нарисовал? Да, это какой-то местный Робин... Местный Робин Гуд, как Робин Гуд. Оу. Так, ловчие местного барона ищут меня за то, что мы с парнями раздавали нищим и голодающим его деньги и зерно. Выручи меня, ведьма, а то видишь, как лютует этот жадный хряк. Никому житья от него нет. А те как вы выручить-то? Внешку сменить? А что это такое справа? То, что это решение одно из важных. Оно будет оценено по достоинству. То есть у меня сейчас выбор, либо ему помочь что-то дать, либо его убить, и чтобы у меня королевство. Ты, по-моему, помогает простолюдинам. Это страх в мире, это страх лично моей славы. Все, я понял, как тебе что работает. Ладно. Во-первых, давай попробуем парочку. Во-первых, этих. Да, сейчас попробую эти. Так, белладонна, поганка, поганка, хвостики. Крыса. Белладонна, поганка, хвостик. Позволяем в круглосуточном кругосходе поубавилась после экстранис. Хотите включить автоматическую варку? Всегда можно отключить ее в окне настроек. Хотите попробовать? А, типа тыкаешь, он сразу варит зелье? Ну, да, видимо. Нет, зачем? Ну, ладно, да. Вот. Для разнообразия геймплея уж оставим. Нет.
Горячительная. Неплохо. Сейчас. А, так, белладонна, шампиньоны, крыса. Белладонна, шампиньоны, крыса. Ваша херня какая-то. Ладно, что мы ему даем? Так, ну давайте... Давайте в этот раз за селян, наверное, пойдем. Поможем ему, так сказать, в его деле. Че ему там надо-то? Ловчие местные ищут меня за то, что... А, ну ему просто надо чем-то выручить. Чем я могу ему помочь, неизвестно, да? Ну, походу, нет. Ну, давай тогда сделаем просто. Просто зелье силы дашь? Ну, пусть будет сильнее всех. На. Валяйте. Чё-то суки, ты суки. Плохо сделал. Ого. Мишель. Чё? Меня зовут Мишель, и я вампир. Настолько древний вампир, что жизнь стала серой и безвкусной. Верни в нее краски, ведьма, а то чую, однажды мне наскучит все настолько, что захочу увидеть рассвет. Ну, это страшно звучит, конечно. Бедняга. Это вампир в депрессии. Белладонна, шампиньоны и летучая мышь. Да. Вау. О, зелье бодрости. Отлично. Еще разочек. Я думаю, зелье бодрости ему не нужно, если честно. Так, белладонна... Крысиный хвостик или летучая мышь? Зелье отвода глаз. Сейчас почитаем, почитаем. Так, пошли крапива. Крапива, мухомор и шампаганка. Боже. Херня. Что такое? А, еще у нас есть возможность. Так, да, крапива, поганка, змея. Хорошо. Красиво, зелье красоты. Вау. Прикольно. Мы прямо вот только что прям зелье открыли. Так, зелье бодрости. Коричневая жидкость с упоительным запахом. Окей. Может, зелье отвода глаз. Поможет воровать яблоки или что-то интересное. А, типа... Типа на тебя не смотрят. Ты когда пьешь, тебя не могут сфокусировать. Забавно, ладно. Сделать тебя прекраснейшим во всей стране. Допустим. Давай, короче, ему... Ну, я знаю, что тебе поможет сделать жизнь красками. Это не ведьма, это не ведьмин круг, это бармен, блин. Какой необычный бар. Да, 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 да. Если бы не мой друг, я бы никогда. Что нальете? Ну, у нас тут все по стандарту. Все по стандарту. Вначале мы варим всякое говно, а потом наливаем то, что знаем. Крапива, шампиньоны, крыса. Понятно. Херня. Крапива, крыса. Крыса. Две крысы. То, еще одна лажа. А потом мы наливаем по стандартному рецепту. То, что умеем, то, что знаем, то, что все любят. То, что запомнить наизусть длинный рецепт. То, что все знают, на, забирай. Всем наливаем брашку. Может, сюда только за ней и ходят. Возможно. Быстро захмелевший вампир рассказал печальную историю своей жизни о том, как был у него друг, что покрылся истреблять вампиров, когда Мишель обратился нежитью, о том, что давным-давно украл Мишель у ордена Аэксибит фрагмент скрижали, который ключом являлся таинственного грота мореплавателя Кокса Керсона. Ключ этот мог спасти Мишеля. Да где третью часть найти? Она у меня. В следующую неделю волею вашего правителя объявлена ярмарочность всех концов, тра-ля-ля, жадный аббат плюс. Да-да, мы это уже читали, хорошо. Это мы знаем. Поехали дальше. Чую я, что был у тебя мой заклятый враг наверняка, он придет еще раз. Позволь мне подкараулить его в твоем дровяном сарае. Да дай мне на то зелье в помощь. А, ну так. Не, ну вампир жалко. Да. Крапива, мышь, змея. Острая приправка. Неплохо. В карри. Да, ну ладно, на, держите. Специально для тебя зелье у меня есть. Какой неуклюжести надо было. А, давай сонный, окей. На, иди в сарай. Спи. Окей. А навари мне умелиться что-нибудь, чтоб силы прибавилось или... А, да-да, это тот мощный чувак. Ну давай ему в этот раз поможем. Добиться всего, чего он хочет. Мухомор, поганка, хвосткой мышки. Мухомор, говорю. Это прям какое-то классическое зелье. Нет. Херня полная, да? Нету таких классических зелий. Мухомор, поганка, змея. Вот это вот классическое. Да хвостики крысы, это типа классика-классик. Вот она, зелье стирания памяти. Ого. Нашли до него. Ладно.
Так, а тебе надо что-то, чтобы забраться. Ну, держи. В принципе. Придурочный. Не помог твой яд. Мало того, грибной круг шире стал. Теперь внутри зверушки дохлые лежат. А из-под земли бубнит кто-то, стонет и охает. Я ж тебе сказал, что ни хера яд не поможет. Ты просто поубивал и жертвоприношение вокруг сделала. Ладно, вот ты, конечно, постаралась. Яд поможет. Помог. Я думал, он поможет. Неправильно ты подумал. Надо было чем-то святым. Ладно, мухомор, шампиньоны, крысы. Сейчас сообразим. Это поганка. Ну, кто-то сварил, ладно. Мухомор, шампиньоны, крысы. Вау, зелье полета, вот она. Нашел, это из крысы делает. Окей, ладно. Так, теперь давай посмотрю, что мы можем ему дать. Так, давай. Есть, чтобы, короче, вылечить круг, вообще круг по-хорошему убрать, наверное, нужен что-то типа какого-то, возможно, зелье омоложения. Неуклюжести. Яблоки ворвать. Зелье красоты. Да не. Стирание памяти. Полёт. Давай. Ты думаешь? Вылечим. Да на! Короче, чувак. Бухни просто. Забей на круг. Да. На. Просто забей. Он еще вернется, я тебе отвечаю. Выпей немножко за мой счет. Дурные вести распадаются по округе. Умер держатель постоялого двора, и все его гости. Мова рассказывала страшно мертвецы, что выпустили из могилы и напал на них. Все ядовитые споры. Утром солнце его спалило, но погибших, увы, не вернуть. Короче, погиб он. Это вот этот? Да, постоялый двор. Это вот этот трактир. Я его убила случайно, да, получается? Да. Извините. Воздух чисто прозрачен. Что может случиться? Кажется, у нас ничего хорошего не будет. Ну пока нет, держимся. Держимся, держимся. О, паладин. Ого! Нам приказано выселить бандитов в соседнем лесу. Да как их искать по буреломам? И пытки стали поганые и хитрые. Таких голыми руками не возьмешь. Есть у тебя что-нибудь подходящее для нашего ремесла? Есть, кое-что, есть. Подожди, ты... Да, сначала проверка. Мухомор, поганка, крыло. Понятно. Там поганка была разве? По-моему, да. Ладно, может быть. Мухомор, шампиньоны, кого тебе? А, вот видишь. Слабоумие. Это слабоумие. Это хорошо. Зачем тебе? Не надо ему давать. Еще разок. Так, ему надо, наверное, внимательность, кстати, видеть. На, держи зелье внимания и смотри за ними. На. Паладин, иди ищи. Да, да. Сил у тебя хватает. О, говорят, тут можно дивных напитков отведать. Нет, давай ей что-нибудь поинтереснее. Да нет, у нас есть дивный напиток. Поганка, шампиньоны, хвост. Так это не шампиньон. Господи. Поганка, шампиньоны, хвост. Ладно. Бледная настойка. Ну нет, это совсем жестко. Это не дивный напиток. Нет, наверное, нет. Так, ладно, давай почитаем, что мы там открыли. Угу. Так, который пьет Ален Дювар. Спутник радости, печали и скуки. Горячительная. Ну, это вот во время осады можно сыпать на штурмующие стены неприятелей. А-а-а. Бледная, как лошадь. Но это совсем бледная настойка. Это водка, видимо. Нет, у нас есть... Отличнейшая напитка. Я, да я считаю, знаю, я считаю, мы стали популярны только благодаря ней. Популярность свою. Калейдоскопная барашка. Хватит пьянствовать. Алкоголь на мгновение возвращает миру краски, потом на душе еще гаже становится. Прошлое не оставляет меня. Дай зелье, чтоб я забыла о нем. Может, жизнь снова обретет вкус. Давай. Ладно. Так, у нас до хера попыток есть еще. Да, кстати, сейчас мы... Так, поганка, хвост, змея. Поганка, змея, хвост, змея. Эликсир быстрого бега. Прикольно. Допустим. Все. А это что такое? А, это уже конкретно, что нужно... А что это? Все. Мы сделали. Все открыто. А, все открыто так быстро. Да. Ладно. Теперь можно уже развлекаться. Не, вот уже что-то не открыто на 8-й странице. А это, видимо, обновления всякие. Чтобы убежать от всего, что кроме себя самого. Так, тебе надо забыть все, на.
забывай. Ну ладно. Так. Блин, как это мило это делает. Слушайте, стар и млад, недобрые дела творятся в наших землях. Минувшей ночью некий безумец, чье проявление предвещали стаи летучих мышей, разгромил полдюжины сторожевых башен. Безумец не искал золота или снаряжения, а хотел лишь крови. Я так и думала. Он стал истинным вампиром. Его Величество распорядился усилить патрули и снарядить поисковые отряды, бы никто не идет от королевского правосудия. Ну, минувший урожай был обильным, а цены на зерно и мясо держались, захворает от толстости. Понятно, сейчас придет этот чувак, который... Ну, короче, он все забыл и перестал думать. Теперь он мыслит как вампир только. В городе бесчинствует вампир, и моя обязанность вступить с ним в схватку. Помоги мне, ведьма, дай зелье верное. А уж честно, какая колев у меня и так хватает. Зелье верное. Сила, думаешь, сила ему нужна? Конечно, чем еще-то надо. Ну, не знаю. На, пока-то так будем. Ой, нормально все. Я приехал к вам налоги собирать. Налоги приехал собирать к тебе. Долгу не останется, чтобы выбрать место. Так, это тебе... А, это, который незамеченным, чтобы оставал. Нет, не оно. Дальше. Дальше. Вот. Ну иди собирай налоги. Не помогло. Ранили меня сильно, но я ушел и от псов, и от ловчих, чтобы он до конца жизни крапивой подтирался. Зачем меня, ведьма? Я человек соло, захочу щедро, это вот тут. Хорошо. Мы прям хорошенькие будем. На. Опять злость выросла. А как это работает, понять не могу. Я что-то... Охотник Жан выследил вампира и был готов сразиться с ним, как узнал в нем своего старого друга. Но вампир не стал слушать его и пошел в атаку. Друзьям пришлось сразиться в последнем бою. Привящей радости очевидцев вампир был вскоре поражен, повержен. Я поняла. Охотником. Если бы мы тому дали его подкараулить, он бы узнал в нем старого друга, и у них все было бы хорошо. И тот бы жизни смысл бы нашел. А так вот мы не хорошие. Столицу посетила театральная. Люди по вас, видимо, забудут на время. Ладно. Кто знал-то? Ну, зато будем знать. Мне пришлось убить старого друга. У него была третья часть скрижали. Теперь мы можем разгадать загадку ключа. Помоги изучить скрижали, понять, что за тайна зашифрована в ней. Почтить память Мишеля. Ну. Так, ну, зелье внимания у меня есть, но... Я возможно, думаю, ты даже сможешь найти отпечатки в этой книге. Но! Но! Думаю, ума нам нужно зелье. Здесь нет зелья ума. Есть! Слабоумие есть. А, наоборот, слабоумие. Но есть вот эта фигня еще. Какая? Открывает то, что должно быть скрыто. А, давай. Но, видимо, это не то. Оно типа послабляющее. Давай лучше внимание. Это все-таки зелье. Это более верный рецепт. Ну ладно, давай попробуем. На. Работает. Какой необычный бар. Ага. А, да. Это наш постоянник. Это он за тем же. На. Такое ощущение, что у нас вообще без шансов на добро выйти. Доброго здравия вам, уважаемая. В саду, за которым я присматриваю, завелись жучище вредные. Всю зелень портят, вывести не могу. Помогите, а. Ну, как ты понял, я с выведением какой-то дряни из земли плохо. Жучище. Ну нет, это жучище. Здесь уже можно этим. Здесь вот как раз можно ядом травить. Это же жучище просто. На. Ух, прям... Убил всех жуков, это же обычные химикаты. Ну, в целом-то да. Ночью небо над городом озарялась радуга. Местные потом рассказывают, что видели диковинный корабль, таривший себе дорогу сквозь тучи. Многие посчитали это вторым пришествием спасителя. Но вы-то знаете, что это Жан отыскал то, зачем он с Мишелем охотился всю жизнь. А вот и краски появились. Радуга ночью — это редчайшее явление. Я думаю, это невозможное явление. Нет, это возможно, если, конечно, Луна как-то сможет все-таки отразить солнце через всю эту призму. Ну, самое такое близко к радуге, наверное, это будет северное сияние. Ну да, ну вот жизнь краски появились ночью. Окей. То, чего он ждал. Утром мы нашли под дверью букет цветов с запиской. Спасибо за помощь, и вредители передохли. Слава Богу. Кто-то оставил сверток у вашего порога. Спасибо, всего хорошего, спасибо за помощь. Спасибо. Последние люди сейчас придут. А что нам деньги? О, говорят, тут можно дивных напитков отведать. Дай-ка чего-нибудь особенное. Конечно. Конечно. А зачем нам деньги? Да я откуда знаю? Тыкни хоть на них. На. Я не понимаю, почему падает у меня шкала, когда я даю всем напитки пить.
Слушай, замучила меня демоница распутная. Каждую ночь приходит и того. Еле встаю уже по утрам. Что, прогнать? Ты сбрендила? Дай зелье, чтоб помогутнее я стал. Помогутнее. Помогутнее, окей. Так, а где-то было, кстати, не зелье только, а... Можно пить и даже растираться. Стимулирует фантазию. Давай. Спорная настойка, действительно. Давай-давай. Сейчас. На. Помогутнее. Ладно. Здесь ахлымы разводят. Я навозу принес. Свежак в лопух завернул, золото переколдуем. Я навоз ношу, ты чаруешь. Богатеями ставим. Чего морду кривишь? Хоть дерь едай, сам управлюсь. Я... Вот, честно, слово, даже не знаю, что ему дать, да? Что тебе помочь. Тоже не знаю. Сделай, дай ему зелье красоты, пусть на говно нальет, нормально будет. Да. Иди, гуляй. Понятно. У нас уже горит уже шапочка-то. О, ветер рвет. О, 11-й день, то есть мы еще можем. Да. Какой необычный бар. Налей ему уже что-нибудь новенькое. Давай что-нибудь новенькое нальем. На, чай. Чай, серьезно? А я вот такой сегодня. По чаю. Понятно. Говорит, иди ты нахер. Настолько иди ты нахер, он тебе сказал. Завтра свататься поеду, а там семейка высокородная. Не уверен, что с легкостью согласятся. Сделай меня краше и лучше. Зелье красоты ему нужно. Ладно, давай поможем бедолаге. Короче, я им не помог. Я им... Это для помощи. Это надо помогать. Чтобы... Это, короче, твоя шкала, это помощи. Это то, как ты помогаешь. Вот, видишь? Ну мы же помогаем. Из рощи не выходил 10 зим, но беда меня пригнала. Так, гниет. Гниет, дай-ка мне целебного зелья. На. Все-таки хочешь выползти, да? Хотя ему может зелье омоложения просто нужно. Может. Ночь. Алло, заканчивается лето, наступает осень. А, это типа, да, могилки так, что-то там ходить. Да, сейчас будут уже всякие. Скоро зло пойдет. Я отставной капеллан, но теперь за кладбищем смотрю и пью. Да, вот явился вчера по мою душу бес паскудный, 3 дня ходить за мной будет, чтобы по свету жить. Помоги не пасть к нему в лапы, родич твой, небось. Ну, ладно. Может быть, бухать меньше надо, чтобы за тобой непонятно кто не ходил? На. Он тебя просто видеть не будет. О, говорят, можно... А, дивные напитки. Я о, господи, вы достали меня. Новый давай какой-нибудь дальше. А, давай дальше. Давай горячите. Давай. А давай вот этот. Ладно. Тайной отвар вот этот. Красивенький, да, согласна. А, господи, не помогай ей. Ты им не помогаешь. Ладно, добивай, чтобы оно вообще упало. Мне в дорогу дальнюю нужно ехать завтра, товар в город везти, а там лес по пути дремучий. Хочу пересечь его как можно быстрее, да боюсь уснуть. Ну что, давай догадим тогда ему, если что-то пошло. Дай ему отвар слабоумия. На. Не хочешь, да? Не хочешь. Беги. Ты так туда-сюда будешь на это. Капеллану не удалось провести беса. Вместо этого нечистый змею действия вашего отвара и духовник вовсе исчез. Лишь его грустный голос теперь может жить в лесной чаще у кладбища или в полях. О чем он говорит? О многом. Но ваше имя упоминает в связке с такими словами, что после них уши святой водой промыть нужно. Благодаря вашему зелью торговец смог улизнуть от бандитской засады, хоть и потерял часть товаров. Странствующий Риша божит, что видел пугало. Сейчас он придет ко мне, да? Видимо, да. Пошел он ночью пузырится за амбаром. А, блять, в пшенице бродит кто-то. Давай усыпим. Допустим. На. Можно вот эту сову просто попытаться нагнать. Ну давай попробуем. Так и думал, что гниение не лечится. Но теперь, значит, я в этом вина. Смотрите, лес на тайный рецепт, которого хранится у хранителей рощи сотни лет. Лес. Лет корень хлебный.
Трава жгучая, крылья не топыря. Ну, корень хлебный, это злачный. Злачный, трава жгучая, это крапива. Ну, и не крылья, топырь, это крылья. Это на зелье, сонное зелье. Да, сонное зелье. Вижу. И ступай с Богом. Какой необычный бар. Дай как он достал новенькое. Меня с этим баром, а? Дай ему горячительный. Не то ты тыкаешь, тебе рецепты нужны. Алло, что ты хочешь? Сейчас, секунду. Ты что-то хочешь другое дать? Да где это? Дай горячительный, вот. На. Это снижает вот этот вот порог славы почему-то. Когда я им даю алкашку. Ну, значит, не давай им алкашку. Ночью в поле горел огонь, на пожар сбежали соседи, но обнаружили только пепелище на месте старого пугала и изумленного фермера. Кто-то заметил, что за грязовой лежали человеческие кости, и этот тревожный случай сразу достигли ушей инквизитора. Впрочем, расследование ничем не завершилось, теперь разве что ворон прибавится. И у вас осталось чувство, что упустили нечто важное. Может быть. Отшельник принес дивные розы и поведал вам легенду. Век назад стоял неподалеку от рощи приют для неизлечимо больных. Смотрители не только заботились о них, сколько воровали подати. А чтобы обман не вскрылся, отравили больных и зарыли в роще. И души изувеченные воспоминаниями стали, терзали землю и людей. Отшельники упокоили их, высадив над могилой розы, что впитали воспоминания мертвых и поливали зельем, погружая в сон. Ё-моё. Это столицу посетили. Да. Так. Ой. А, всё-таки закончился день мой. А, 2 недели максимум? Ну, видимо, да. Чё, в этот раз мы что-то другое? Е-е-е. Изгнание. Люди разочаровались вас и прогнали. Разгромив хижину и испортив котел, даже умелые ведьмы не выживут в жестоком мире без ингредиентов, денег, колдовского инвентаря. А уж в вашем случае не поможет и сам дьявол. Короче, изгнали они меня второй раз. Хоть не убили. Короче, мы, короче, ну не особо им понравились. Ну ладно. Ну правильно, все бухло наливали. Надо было не за... Развели алкашей. Да, надо... они постоянно ходили и это... Получается... Это тайные покупатели. Нет, блин. Нет. Получается, из-за того, что мы на алкоголь всех подсадили, они постоянно каждый день ходили. И если наливаешь алкоголь, другие люди недовольны, что эти пьяные ходят по округе. Ну, видимо, если не наливаешь алкоголь, они недовольны. И получается, всегда кто-то недоволен остается. Ну, видимо, да. Из-за этого недовольство их постоянно вниз уходило. И они мне не давали вверх поднять. Просто алкашей не надо разводить. Короче, да, будем знать, алкашей разводить не надо. Ну, что поделать-то? Так, ладненько. Это что? А. Да, это заставочка. В другое место. Да, слушай. Хорошо, ладно. Ну тогда спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, да. И подписывайтесь на канал. До скорой встречи в новых видео. Пока-пока. Пока-пока.